собственники квартир называют ситуацию недопустимой. Два корпуса жилого комплекса на улице Лорха должны были сдать еще весной. Дату перенесли на 15 июля, но и теперь застройщик объявил, что дома будут готовы лишь к 30 сентября. Помимо этого, у дольщиков появились претензии, касающиеся коммуникаций и самого проекта жилья. Очень сразу захотелось посмотреть проектную документацию, потому что... Как нам кажется, по СНИПам 2012 года это несоответствие, потому что проводится вода и отопление проводится под стяжку на полу. А обычно это вертикальная установка. Собственники жилья опасаются, что и к 30 сентября дома не будут сданы в эксплуатацию. По их словам, работы на объекте ведутся медленно, а строителей мало. Застройщик разъяснил, что всему виной сложная обстановка в стране. И пока он просрочил лишь договор долевого участия. Вообще по плану мне разрешение на строительство продлили до следующего года. Но я хочу, чтобы не нагнетать обстановку, потому что люди правы в том, что они должны получить свое жилье. Я хочу и приложу все усилия для того, чтобы они сдались в этом году. Почему администрация не контролирует ход строительных работ? С таким вопросом инициативная группа обратилась к представителям власти, которые также участвовали в обсуждении проблем. По словам помощника главы городского поселения Краскова Валерия Астраханцева, они смогут принять участие в урегулировании зависящих от них вопросов. Я думаю, что жители в основе своей просят помощи и информационной доступности ко всем ресурсам, которые есть, чтобы они пользовались не только слухами, которые развиваются вокруг этой ситуации, а была достоверной информацией. Для разрешения конфликта представители администрации договорились с инициативной группой дольщиков о встрече, где к ним присоединится не только застройщик, но и инспекция государственного строительного надзора. Там будущим жильцам предоставят проектную документацию, подробную информацию о стадии строительства, а также о точных сроках сдачи дома в эксплуатацию. Анна Троян, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение.